В Туркестанской области развивают животноводство и продвигают аграрный бизнес за счет льготных кредитов. Молочно-товарные и мясные фермы открыли жители 4 сел Сайрамского района. Выгодные кредиты они получили по программе АО «Ламаната». По словам фермеров, благодаря господдержке в регионе значительно снизился уровень безработицы. Тамара Степанова расскажет больше. Турар Сулейменов исполнил свою мечту благодаря программе АО «Ламанаты». Купил скот и начал заниматься хозяйством. 18 коров приобрел на кредитные 8 миллионов тенге, которые ему дали по 2,5%. Мои коровы дают в общей сложности до 13 литров молока. У нас в селе есть сыроварня, и мы реализуем молоко туда. Привожу примерно 100 литров в день. Цена от 190 тенге. Ухаживать за скотом мне помогает мой ребенок. В Сайрамском районе участниками программы АО «Ламанаты» стали жители 4 сел – Колкент, Кайнар-Булак, Жибек-Жолы и Ак-Булак. В будущем этот список пополнится еще одним населенным пунктом. Сейчас заявление на участие в программе подали 144 жителя района. 7 человек уже открыли свой бизнес. У граждан много шансов получить данный кредит. Например, из 114 заявок на сегодняшний день возвращены 11. Дело в том, что у некоторых людей есть долги перед банком. Важно отсутствие этих задолженностей. Сайрамский район – один из густонаселенных в Туркестанской области. Помимо мясомолочного направления, развивать местные жители планируют и другие отрасли. Сельчане говорят, программа АО «Ламанаты» – хорошая возможность для тех, кто хочет начать свое дело и зарабатывать на жизнь. Тамара Степанова, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, Хабар 24.